Правильно работающие ягодичные мышцы – это не только про эстетику. Это в первую очередь про здоровье. Ягодичные мышцы являются мощными стабилизаторами таза и разгибателями тазобедренного сустава. При правильной ходьбе ягодичные мышцы должны работать при каждом шаге. Если они не включаются, то функцию разгибателя берет на себя поясница. И еще, если большая ягодичная мышца слабая, то грушевидная мышца берет на себя функцию стабилизатора таза, а она гораздо меньше и слабее. В результате этого грушевидная мышца напрягается и сжимает седалищный нерв. Вы чувствуете это по пронизывающей боли по внешней стороне ноги и немеющим пальцем. Поэтому тренируем ягодичные мышцы в первую очередь для здоровья. И это важно и женщинам, и мужчинам. Но прежде чем нагружать большую ягодичную мышцу, важно помнить, что при компрессии ягодичного нерва даже накачанная мышца не сможет хорошо включиться в работу из-за слабого нервного импульса, управляющего ею. Ягодичный нерв часто пережат в двух самых уязвимых зонах – в области мышц тазового дна и в месте прикрепления черепа к первому шейному позвонку. В первом случае снимаем компрессию, укрепляя мышцы тазового дна. Делать это можно лежа, просто втягивая анус изолированно, без напряжения ягодиц. А в нашей тренировке выполняем ягодичный мостик с разным положением стоп и тазобедренных суставов. Второй случай, когда ягодичный нерв пережат в зоне соединения черепа с первым позвонком шейного отдела позвоночника, тоже встречается очень часто. Представьте, что даже просто неправильное положение головы может нарушать работу ягодичных мышц. В этой же области может быть пережат диафрагмальный и блуждающий нерв. А блуждающий нерв проходит во все внутренние органы. Но не волнуйтесь, у нас есть замечательное упражнение, которое можно делать каждый день, чтобы внутренние органы работали хорошо. А давать нагрузку на ягодичные мышцы мы рекомендуем только после этого упражнения на короткие экстензоры или разгибатели, соединяющие череп с первым и вторым шейными позвонками. Ну что, поехали? Помните, что последовательность упражнений в тренировке изотон очень важна. Татьяна Рыбакова, наш именитый тренер и руководитель отдела оздоровительных технологий изотон, показывает, как снять компрессию ягодичного нерва, прежде чем тренировать саму мышцу. Когда человек ходит правильно, поднимая стопу, у нас широкий шаг и работают ягодичные мышцы. По сути, их тренировать не надо, если человек ходит и включает ягодичные мышцы. Но подчас это не так. Подчас человек ходит на каблуках или маленькими короткими шажками. Ягодица не включается, она уже перестала, она уже не умеет включаться. Импульсы к ней не идут. И тогда нагрузку берет поясница. И после долгих прогулок у человека просто болит спина. Особенно это на экскурсиях видно. Так вот, давайте правильно потренируем ягодицы. Это не только боль в спине. Дело в том, что если ягодица не работает, то она же стабилизатор таза, то функцию стабилизатора таза берет на себя грушевидная мышца. Она у самых костей, от крестца к ноге идет, она меньше гораздо ягодицы, а под этой мышцей или даже среди волокон этой мышцы седалищный нерв. И у человека пронизывающая боль в ногах, боль в суставе, мучительная боль, когда он спит. Поэтому без ягодиц, без большой ягодичной мышцы сильной, ну никак нельзя. Итак, начнем. Дело в том, что если мы вот так вдруг начнем тренировать большую ягодичную мышцу, а ягодичный нерв компрессии, то тогда да, мы, может быть, ее натренируем, но включаться она не будет. Большая ягодичная мышца, а не работает. Все равно работают компенсаторы. Что же делать? Надо снять компрессию ягодичного нерва. Первое упражнение. Вот, где может быть компрессия ягодичного нерва? Вот здесь, помните, стабилизация шеи и чуть-чуть вперед наклон. Вот эти две верхние мышцы. Здесь может быть компрессия. Снимем оттуда. Это будет второе наше упражнение. И компрессия в зоне тазового дна. Если мышцы тазового дна слабые, то, как правило, импульсы к ягодичной мышце идут совсем слабенькие. Итак, на тазовое дно поработаем. Стопы вместе, руки под затылок. И стопы находятся довольно далеко от ягодиц, потому что нам сейчас нужно поработать на мышце тазового дна. Между коленками пару кулачков. Поднимаем таз и начинаем работать. Когда поднимаем таз, делаем выдох и втягиваем анус. Напрягаем мышцы промежности. Это тазовая диафрагма.
она сейчас, когда мы поднимаем таз вверх и делая выдох, она тоже поднимается вверх. У нас две диафрагмы в унисон заработали. И дыхательная на выдохе поднимается вверх, и тазовая. К ним присоединяются внутренние органы, поэтому они у нас сейчас тоже задвигались. Выдох. Выдох. Обязательно втягиваем анус, чтобы работали мышцы тазового дна. Еще 4, 3, 2, 1. Немножко отдохнем, потому что у нас 3 мышцы тазового дна. Ногу на ногу, руки ладошками вверх и опять повернулись. 1, 2, 3. Голова в противоположную сторону и в другую сторону. 1, 2, 3. Немножко отдохнем в первую. 1, 2, 3. И в другую. Когда у человека слабые мышцы тазового дна, то он ходит и не может, ну, маленькими шажками. Не может сделать широкий шаг. Второй подход. Стопы параллельно. Теперь подвздошно-копчиковая будет доминировать. Итак, мы также поднимаем таз, делаем выдох, втягивая анус. Выдох носом. Выдох делаем носом. Язык у нас прижат к верхнему небу. Если язык будет внизу, то тогда мы ухудшаем кровоснабжение щитовидной железы. Поэтому привыкайте язык всегда держать вверху, на верхнем небе. Выдох носом. Понимаем, на выдохе обе диафрагмы поднимаются вверх, на вдохе опускаются. Еще 4, 3, 2, 1. Ногу на ногу, отдохнем. Также поворачивая туловище, голова в противоположную сторону, ухом к полу, медленно. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И третья мышца, лунно-копчиковая. Колени вместе, она от лобковой кости к копчику идет, стопы скосолапить. Подняли таз и все то же самое. Поднимая вверх, мы напрягаем мышцы промежности и делаем выдох. И вот эта волшебная мышца, когда начинает работать, то срабатывает рефлекс, когда железки слизистых выделяют свой секрет. А у нас слизистая от носа до ануса. И вот этот секрет, он бактерицидный, убивает патогенную микрофлору. Что рефлекс работает, можно определить по тому, влажно ли становится в ротовой полости. Если становится влажно, ура, рефлекс заработал. Ну, если нет, значит, будем восстанавливать этот рефлекс. Еще 4, 3, 2, 1. В этом упражнении у нас немного помогала еще и задняя поверхность бедра. А задняя поверхность бедра – это стабилизатор коленного сустава. Поэтому задняя поверхность бедра защищает коленный сустав. Это стабилизатор коленного сустава. Ну, а теперь нужно вот здесь освободить ягодичный нерв. Упражнение «Защитный рефлекс». Голову положили на бок, руки в положении, руки вверх. И поднимаем на 5 голову. 1, 2, 3, 4, 5. На 10 мы поворачиваем голову в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И на 5 опускаем. 1, 2, 3, 4, 5. Расслабьтесь. Посмотрите, как у вас работать должны только вот эти две верхних мышцы, соединяющие череп с позвоночником. На 5 поднимаем. 1, 2, 3, 4, 5. И на 10 поворачиваем. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. И на 5 опускаем. 1, 2, 3, 4, 5. Упражнение каждого дня. У нас постоянно здесь зажимаются, когда мы на монитор все время смотрим. И в результате зажимается еще и блуждающий нерв, а он иннервирует все. Вот теперь ягодицы. Теперь уже можно поработать на ягодицы. Итак, пальцы в стороны, рука на ягодицу, вторая рука на пояснице. Мы приподнимаем ногу и невысоко, и не расслабляем эту мышцу. Когда поднимаем вверх, выдох. Выдох. Рука лежит на пояснице, чтобы контролировать. Поясница не помогает. Если у вас это не получается, тогда лобковой костью вдавитесь в пол всей паховой линией. 4, 3, 2, 1. Меняем ноги, пальцы наружу и также поднимаем вверх. Голову можно повернуть в сторону рабочей ноги. Упражнение простое, но здесь важно, чтобы работала ягодица, поэтому высоко ногу не поднимать. Если высоко поднимете, поясница подключится или задняя поверхность бедра. Обязательно выдох. 4, 3, 2, 1. Это был первый подход, второй подход. Начинаем также. Выдох, когда приподнимаем ногу. И вот у нас пальцы ноги связаны с ягодицей, поэтому начинаем пальцами ноги, в кулачок берем и растопыриваем. Когда человек ходит, он отталкивается большим пальцем ноги. Они работают вместе. Мы единое целое. Получается связь большой палец ноги, ягодица и самые верхние позвонки. Еще 4, 3, 2, 1. Меняем ноги. Вторая нога. Также пальцы сжимаем в кулачок и разжимаем. Такая идет двойная концентрация. Мы постоянно осознаем, что делаем. Выдох, когда ногу приподнимаете. Амплитуда небольшая. 4, 3, 2, 1. И третий подход. Начинаем также. Пальцы в кулачок. Большой палец работает вместе с ягодицей. А руку положите вдоль туловища. И приподнимайте. Разноименную руку поднимаем. Когда мы ходим, она у нас так уходит назад вместе с ногой, которой толкаемся. И поворачиваем плечи в сторону руки, которая поднимается плечо, а другое плечо вниз. Во время ходьбы должно быть небольшое скручивание в позвоночнике. И лопаткой этой руки тянитесь к рабочей ягодице. Тянемся лопаткой. 4, 3, 2, 1. И третий подход. Приподнимаем сначала руку. Тройная концентрация. Теперь за рукой пошло плечо. Второе плечо вниз. Пальцы ноги в кулачок. И лопаткой к ягодице. Когда мы ходим, у нас лопатка должна тянуться к противоположной ягодице. Тогда и спина будет ровная. Еще два. 4 раза. Еще 2. Достаточно. И опять садимся на пятки. Руки на предплечье, ключицы расправлены. Спина все-таки немножко помогала, поэтому мы снимаем напряжение. Опять делаем вдох, дыхание животом. И выдох, пупок втянуть, втянуть. И еще раз вдох. Втянули пупок и покашляли. Диафрагма у нас начинает двигаться. И еще раз вдох, выдох. В процессе выдоха кашляем. Когда мы подкашливаем, то у нас кровоснабжение перикарда улучшается.